Ника поймала первых в своей жизни, начали одну рыбку, потом вторую, потом третью. Больше всех обломил. А я не знал, что она поймает. Я и думать не думал. Я ловлю на глубине 2 метра. Поймал вот такую вот. Она ловит на глубине 30 сантиметров тоже. 3 штуки подряд. Больше всех. Больше Сашки, больше меня, больше Ваньки. Ну мы по таким специализируемся. Мы таких не ловим. Только таких. Ника первый раз в жизни поймала вначале одну рыбку, потом сразу же вторую и через некоторое время третью. За первую рыбалку, ей всего-навсего 6,5 лет, она поймала 3 рыбины. 6,5 лет сама. Где рыбы? Рыбы стоят на берегу в ведре. Потом покажем их. Ты веселый? Я рад, потому что это дочь рыбачка, это хорошо. Рыбачка Соня? Да. Рыбачка Ника. Рыбачка Ника как-то в мае. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ, открыв Казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: хороший крюк. Вы интересная чудачка. Саша тоже. Но если сегодня, то я буду встречать. А если встречать, то было вчера, то Саша тоже. Саша вчера две поймала. А кто на крючок нахаживает? Не она. Я тебе честно сразу сказал. Я тебе тоже честно. Потом сказал. Расскажу потом. Саш, я могу походить. Я знаю результат. В районе задницы. В районе задницы? Мне надо, чтобы пошевелил. Что будет, если я свалюсь? Прыгай в сторону. Матилыч, дай мне руку. Give me hand. О, oh, thank you. Дальше пойдем. Ой. Помогать. Хорошо. Хорошо. Хорошо, Сань, слезай. Да, дальше. Все, слезай, хватит. Хватит? Да, я. Никуся? Вот тут вот полотенце нужно вернуть, и будет как юбка.